Всем привет! Вас приветствует канал Туфи Шоп. Каждая женщина, даже не пользуясь услугами мастера маникюра, носит в сумочке пилочку или, по крайней мере, использует ее как минимум пару раз в месяц. Но со стремительным развитием нейл-индустрии еще появился и бафик, которого не стоит игнорировать, ведь он сделает ваши ноготки красивыми и блестящими. Как вы уже догадались, сегодня пойдет речь именно о бафиках и их пользе. Поехали! Бафик – это шлифовальный инструмент в виде маленького блока, который применяется с целью выравнивания ногтевой пластины, придания блеска и создания желаемой формы ногтям. Бафики бывают разного материала, абразивности и предназначения. Стоит различать бафы для нарощенных и натуральных ногтей, которые имеют разную абразивность. Давайте рассмотрим главные виды бафиков по абразивности. Первое. От 100 до 150 грит. Бафики с такой абразивностью подходят для выполнения коррекции ногтевой пластины до нанесения гель-лака. Также они могут использоваться для полировки ногтей на ногах. 180-240 грит. Используется для работы с натуральными и искусственными ногтями, более мягкой абразивности. И выше 320 грит. Такие бафики применяются только для работы с натуральной ногтевой пластиной. Один бафик может иметь от 1 до 4 видов абразивности с каждой стороны. Полировка ногтей бафиком выполняется после проведения процедуры маникюра. На первом этапе полировки стоит обрабатывать ногти крупнозернистой поверхностью, затем уже более гладкой. Бафик с наименьшим количеством грит удаляет отмершие частицы, а также выравнивает ногтевую поверхность. С более мелким зерном, то есть бафик с большим количеством грит, при полировке придает ногтю блеск. Для примера мы взяли бафик с двумя видами абразивности – 100 и 180 грит. Полировка ногтей проходит достаточно просто и не требует особых усилий. Когда проводите по ногтевой пластине, не стоит сильно надавливать. Особое внимание необходимо уделять у зоны кутикулы, а также у свободного края, где чаще всего встречаются отслоения ногтевой пластины. Движения направлены от кутикулы к свободному краю. Вместо бафика можно также использовать пилочку для ногтей, но опять-таки стоит обращать внимание на абразивность и комфортность в использовании. Почему важно полировать ногти бафиком? Качественная полировка торца и кончика ногтя до зеркального блеска помогает предотвратить расслоение. Если вы привыкнете обрабатывать пластину хорошим полировочным бафом, на ногтях не появится ни одного расслоенного участка, ради которого пришлось бы специально убирать длину. Бафики не только практичны, но и имеют приятный эстетический вид. Вы можете подобрать бафик любого цвета и размера. Кстати, мы рекомендуем также посмотреть наш подробный обзор о пилках и бафиках, выпущен ранее. Также мы оставим все ссылки на бафики в описании под этим видео. Если оно было полезным для вас, ставьте лайк и смотрите наши следующие выпуски. До скорой встречи!